Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой скромный канал. Сегодня, как вы поняли с названия, видео пойдет о том, как таял на глазах клан Степы, подписчики Три Семерки, как он все меньше и меньше проявлял активность. И забегая наперед, скажу, что настолько был жесткий онлайн у огня, настолько плотно все дрались, настолько жестко выносили воду, что бедного Степу загнали сначала на ночные стримы, а потом он перестал выходить с города вообще. И в одном из предыдущих видосов, кто не видел, ссылка появится в описании, мы были так возмущены этим всеми бездействиями, что они не хотят выходить и вообще не проявляют никакую активность, что мы завалились в ихний город и разломали, полностью развалили в кашу город воды. И соответственно, на видео там хорошо видно, и Степа тоже попался, который фактически в последнее время не выходил с города, имея при этом хороший запас, хорошие шмотки, довольно неплохой онлайн. По ребятам можно было собрать ребят и задать хорошую руку при правильном руководстве, но увы, ребята решили сидеть в городе и заниматься фигней, за что мы пришли и наказали их. Самое забавное, не знаю, может быть, я плохо искал, а может быть, так и есть, как я говорю, что я таки не нашел стрима с того дня, когда мы вломились огнем в город воды и разнесли его в кашу вместе с Степой. Может, вы его где-то найдете, но я искал и так и не нашел. Совпадение, не думаю. Ну а в данном видосе обратите внимание, что с каждым днем все меньше и меньше было онлайна, и клан таял на глазах. Приятного просмотра, тут реально классный фан, поехали.
take a breath, hold it in, start a fight. You won't win, had enough, let's begin. Never mind, I don't care. All in all, come back down.
It's all
Here I stand, helpless and lost.